Hello. Hey, Sarah, how you doing, Sarah, привет. Привет, мышонок. That's good. Yeah, they got me working a night shift again. Чем занимаюсь? Got me busting my ass. Ну как? Кручусь. Задницу в кровь стираю. Очень трудное дежурство. Да, ну как всегда. Oh, you're taking a bath. А ты что делаешь? А, ванну принимаешь? Taking a bath in the bathtub. Ой, мышонок. Oh, man, what I wouldn't give. Я бы тоже хотел к тебе ванную. Ну как, зачем? Я бы тебя куда-нибудь укусил. Ну перестань, перестань, Сара. О чем ты говоришь? У меня здесь только мужики. Нет, ну правда, есть один. Он до полуночи считает себя мужчиной. А потом всю ночь за 12 дня женщиной. Да, он сумасшедший. Нет, я тебе говорю, он раздвоение личности. Какой-то коммерсант. У нас шушер не лечится. Да нет, на самом деле он мужик, мужик. Мужик, точно. Я сам у него видел член в душе. Да, еще какой, дай бог каждому. Ну, думаю, его ему, конечно, далеко. Знаешь, что он сейчас делает, Сара? Он чемодан укладывает. Собирается в дорогу. Ну что взять сумасшедшего? У него же говно в башке, а его сосед этажом выше тоже считает себя великим шпионом. Маньяк, маньяк. Между прочим, полковник в отставке. Представляешь, предложил мне $50, если достану ампулу с ядом. Ну как зачем? Зашьет ампулу в воротник рубашки. Начитался баланс шпионских романов, я ему вместо яда слабительное подсунул. Что он сейчас делает? Holy shit, that motherfucker! Ау, черт возьми! Я Джек, привет. Я представил тебя другим. Похудее, посильнее, помоложе. Я сделаю эту работу. Не волнуйся, Боб. А я не волнуюсь. Я сам об этом позабочусь.
off, sir. Мы готовы, сэр. Give us your blessing, благословите general. Нас, генерал. The general says. Генерал говорит. America's fate. Судьба Америки в ваших руках. You can count on me, можете положиться на меня, сэр. I'm ready to give my life. Готов отдать жизнь за мою страну. Me too, sir. Я тоже, сэр. Go ahead. Вперед! Генерал так мечтал отправиться вместе со мной. Увы. А что с ним, Боб? Размягчение мозгов. Но это настоящий патриот, Джек. Well. Все, Джек, с этой минуты переходим на русский. Надо вживаться в чужую личину. 3 года изучали мы язык врага. Да? Ты по какому учебнику готовился? Ты готовился по... Ты готовился по какому учебнику? А? Та хіба ж я знаю. Який мати мене принесла буквар? Я и научался. Так. Ты выучил не тот язык. Это украинский, кретин. Вот что значит иметь дело с наемником. Трошки помолился. Помылился? Это непростительная ошибка для разведчика, Джек. По инструкции я должен отстранить тебя от операции. Как это отстранить, Боб? А? Как это отстранить? Хорошо еще, что ты не выучил японский. Ладно. Украинский как-нибудь сойдет для России. КГБ слопает. Но твой гонорар я уменьшаю на 20%. Штраф. А может, помандруем у Китай? Желтая небезпека и все таке. А? Джек, ты должен понять, я нацелен на Россию. Вся эта шумиха насчет взаимного сокращения ракет — хитрая ловушка. Они хотят разоружить Запад, а потом поставить на колени. Наша задача, Джек, обнаружить скрытые заводы по производству оружия в России. Выявить тайные площадки для запуска ракет, которые они скрывают от Пентагона. Пусть вся Америка видит, что ее водят за нос. Мы должны похоронить позорный мирный договор с Советами. Звиняй, Боб. Ну, люди кажут, что у Китая... Заткнись ты со своим Китаем! Мы летим в Россию! Джек. А? Подойди поближе. Ближе. Где ампула? Яка ампула? Ампула с цианистым калем. А, у кишени. У кишени. Ага.
Почему у кишени? Пощупай! Ты должен был зашить ее в воротник, чтобы не даться живым врагу! Да я забыл. Нехай. Еще одно серьезное упущение. Второе. Я сокращаю твой гонорар еще на 15%. После третьего упущения я вынужден буду тебя ликвидировать. Как ликвидировать, Боб? Я не Боб. А кто? Я теперь Борис. А я Евген. О, Півнич, мені пора, звіняй. Борис. А, Борис? Це я, Євгенія. Тобі подобається? Чорт! Побіжи! Борис! Борис! Ти куди? А гроші? Борис! Борис! Куди дівся, писав син? Чек! Ей! Чек! Гроші давай! Ей! Чек! О, ну ти мене налякав! Ой, Борис! Ну, ще трошки. Ой, послушайте, Евгения! Чего тебе? А вы не забыли захватить с собой гигиенический тампон и тампакс? Солдатский гумор. Да. Тобі своя хвороба. У меня своя хвороба. Гигиенический тампон и тампакс. Да, зрозумів. Незаменимый. Газ выпускаем. Держи. Клапан открой. Не сразу. Постепенно. Идиот! Ты мне всю Россию переполошишь! Шизофреник! Нас тепленькими возьмет контрразведка! Фонари. Скорее. Идиот. Слухай, Борис, я мушу обидеться. Ти мене замордував зовсім. Замордував? Набрался дребедени, ничего не разберет. Ну так же я же не идиот, а идиотка. Я жинка, а не человек. Ну. Пардон, забыл. Помогай. Ух ты. С глушителем. Как раз та система, которую я предпочитаю. Окей. Генерал Уэб. Легенду помнишь? Мы грибники заблудились в лесу. Ау! Женя! Ау! Если бы ты кобы... Во рту росли бы грибы. Жень, назвался груздем, полезай в кузов. Никого нема. Ой, черт побери.
Ты не убился, Борис? А? Кто? А что? Как ты выглядишь? А что? Кто тебя снаряжал? Это платье, это пакля на голове. Какая к черту Россия? Голландия. Страшный сон. Чудо будет, если нас сегодня же не возьмет КГБ. Что мне принесли, то я надел. Ну а что? Нужно соблюдать крайнюю осторожность, Джек. Русские — это страшная нация. Между русскими и американцами совершенно нет ничего общего. Между нами пропасть. Что более всего ценит американец? Доллары. Дурак. Американец более всего ценит свободу, не так ли? Свободу! Час идем, оно все не кончается. А может, мы все ж таки опинилися у Китаї? И це і є велика китайська стіна, а? Борис, я тут бачила на стіні один малюнок дуже похабний. Естественно, ми ж в Росії. Ні, я к чому? Що я бачу той малюнок вже третій раз. Може, ми блукаємо по колу? Соображаєш, Мата Харі. Заночуем здесь. Завтра приступим к созданию шпионской сети. Вербовка агентов – самый важный этап работы. Слухай, Борис, маю що с тобі мовити. Но? Тільки дай обіцянку, що не зґвалтуєш. Какую еще обіцянку? Набрался тарабарщини. Діло ось чому. Я… Здається, вагітна. Що? Ну, як тобі об'яснити? У мене буде дитина, лялька. Вот що, Джек, ти мені ці штуки брось. Это ты мог дома в психушке морочить голову врачам. А здесь у меня разговор короткий, понял? Русский идет. Легенду помнишь? Мы, грибники, заблудились в лесу. Ку-ку! Холера! Зойка! Здравствуйте, товарищ! Товарищи, вы не видели корову? Белую-белую, с черной звездочкой на лбу. Огромное вымя и всего три соска. Три соска, четвертого нет. Соска волки отъели. Не видели? Такая ножка западает у нее, задняя. Зойка зовут. Не видели? Не видели. Мы грибники. Заблудились в лесу.
Что с вами, гражданин? Мама, мама, мама. Извините, извините. Извините. Благодарю тебя. Жизнь – это способ существования белковых тел. И то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Конечно, конечно. Мерзавец! О, мерзавец! Ты зачем трактор угнал? Какой трактор? Под суд пойдешь! Я не посмотрю, что ты бригадир! Пьянь! Пьянь! Чертова! Я до президента дойду. Странные люди. Корова, трактор. Очевидно, мы попали в сельскохозяйственную коммуну. Так называемый колхоз. Казала литиму Китай. О, наконец-то! Я думал, что вы уже никогда не придете, торопыги. Ну-ка! Хуже нету ждать и догонять. Нехорошо, земляки, нехорошо. Тут какое-то недоразумение. Мы, грибники, заблудились в лесу. Оно и видно, заблудились. Сохнет, сохнет, сохнет. Ладно, хватит лясо точить. Давай, наверстывай. Прости, Господи. Ну, чего стоите? Давай, засыпай. В каком смысле засыпай, товарищ? Господи, не думки какие-то свалились на мою голову. Землей, землей-матушкой засыпай, чем же еще? Мы грибники! Заблудились в лесу! Придурки! Хорони, ребята. Тикаймо. Молодые люди! Девушка, у вас очень интересное лицо. Вы в кино никогда не снимались? Не, не снималась. Напрасно. У вас очень интересные данные, девушка. Такая тихая, типично русская красота. Хотите попробоваться? Я известный кинорежиссер Никита Михалков. Точи, черный и так далее. Ну, вы знаете. Что там пробоваться? Мы грибники! Заблудились в лесу? У меня грандиозный замысел. 24-серийный фильм и жизнь настройщиков роялей. Настройщиков роялей? Да. А зачем? Это не совсем настройщики. Они только кажутся настройщиками. А вообще дело гораздо глубже. Это бывшие индийские князья. Понимаете? Нет. Неважно. Главное, съемки в Париже, на Гибридских островах, в Штатах. Девушка, вот вы бывали в Штатах? Хотите в Штаты, а? Яхты, Мадонна, Флорида. Хотите? Мы родиной не торгуем. Нам и здесь хорошо, в России. Да вы подумайте. Подумайте, что вы. У вас очень
Хорошие данные, девушка. Жалко, если такое лицо пропадет. Серьезно. И вы, мужчина, тоже. У вас оригинальная внешность, прекрасное отрицательное обаяние. Знаете, такой социальный тип, какой-нибудь отставной полковник, такой какой-нибудь без ноги, такой сильно пьющий, такая грубая скотина. Хорошо, я подумаю. Подумайте, подумайте. Я здесь подожду. Вы подумайте и приходите. Я здесь отдыхаю рядом, в Доме творчества. У ці русські, усі якісь бедолаги. Майже режисер. У рваних чоботах. От ти. Уравниловка. Русские Джек живут коммунами. Все, что каждый заработал, складывается в общий котел. И делится потом на всех. Ясно, что при такой системе никто работать не хочет. Так, шаляй-валяй. Вот звідкля ти оце все знаешь, Борис, а? Прошу не забывать, что в свое время я закончил военную академию с отличием. Я слушал лекции лучших наших советологов и русистов. А як у цей Росії с сексом, а? С чем? С сексом. Ты не чув? Я солдат, Джек. Мое дело война. Ты заметил, что здесь только мужчины? Женщин и детей нет. У русских так заведено. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Да неужже ж? Кстати, жены у них общие. Да ну, ой-ой-ой. И дети общие. Отцов своих не знают. Воспитываются исключительно в коллективе под присмотром военных инструкторов. Бедные дети. Способный народ эти русские. Представляешь, если к этим несчастным колхозникам еще выдать инструменты? Ой, что тут не то. Пора тыкать. Пошли, Борис. Вперед. Бесстыжий опять здесь! Гулярва! Чего уставилась? А что? А ну, вали к бабам, проститутка! Я кому говорю? Ступай в женское отделение! А ты что расселся, кобель чертов? А ну, давай в столовую! Пошла, пошла. Пошла. Отойди в сторонку. Ты загораживаешь мне сектор обстрела. Спасибо. И ходят, и шляются. Ну, давай, 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 шевелись. Медом им тут намазано. Через забор сигает по тоскухе.
Красная Москва. Тройной. Шипр. Хотя нет. Чудно как-то пахнешь. Вечерний звон. Какой же это вечерний звон? Гвоздика. А куришь? Гвоздика? Ландыш. Что я ландыш не знаю, что ли? Что-то я тебя здесь раньше не видел. Ты что, новенький? А я Васька Яйцо. Интересно пахнешь, земляк. Импортом. Пьер, я тебя новенького привел. Свой мужик. Шпион американский. Ты ему пировки побольше положи. Сейчас. Много тут шпионов разных. Разбежался. Давай, давай. Ну, так жрать, дожрать. Побольше, побольше. Вокс пополис, вокс дейс. Уйди. Давай. Давай сюда, за мной. У тебя еще есть? Что? Ну, импорт, налей чуток, а? Тебе нельзя яйцо. У тебя торпеда зашита. Торпеда? Какая торпеда? А ты че, земляк? Ты интересуешься торпедой? Организуем? Какой разговор? Сделаем! Васька все сделает. Были бы тугрики. Тугрики есть? Ну, капуста. Капуста есть? Мани, мани. Есть? Раз есть валюта, так... Скоро точка откроется. Нынче Танька жаба из декрета вышла. Ага. Вышла, сам видел. Ну, раз есть валюта, об чем разговор? Поедем в Тагил. В Нижний. К Ивану Ивановичу. И будет тебе торпеда. Хочешь спираль? Хочешь торпеда? Нижний Тагил. Ну, к Ивану Ивановичу. Кошкину. Что, не слыхал? Не слыхал. Кошкин Иван Иванович. Между прочим, сам закладывал. У тебя валюты много? Очень. Тихо, не ори. Встаем по одному. Давай.
Давай. Это задаток. Ты чё? Ты мне деньги давай. Рубли, а эти... Это у нас не берут. И Верк жаб не возьмет. У нас тут, блин, деревня, а не этот Париж. Где вы пропадаете, братва? Солнышко вон уже где. Мать сыра, земля сохнет. А какая система ракет в Нижнем Тагиле? Ракет? Торпед. Хрен его знает, какая система. Спираль, блин. Спираль? Спираль? Хочешь, сам пощупай. Что? Что-что? Ну, торпеду. Ладно. Я согласен пощупать. О, щупай. Что, что? Ну ты земляк малохольный какой-то. А? Ощущаешь? Что? Торпеду ощущаешь или нет? Какую торпеду? Братцы, я пошел. С ним окончательно шизой станешь. Осторожно, не дотрагивайтесь до меня. Я под током. Осторожно, осторожно. Простите, вы не видели Михаила Сергеевича? Отвали. Мы с ним перечитывали Достоевского. Отвали, говорю. Вашингтона. Я говорю, Михаил Сергеевич, возьмите трубку. Вам звонят из Вашингтона. А он говорит, сейчас. Скажите мне. Это мой единственный. Это какая палата? Это пятая палата? Где? Где я? Ой, Колька пришел. Где ты пропадал, Батыр? Забыл свою ханумку. Тамарка, теперь здесь будешь спать. Хохлушка, иди сюда. Садись. Ягодка моя. Надоела ты Кольке. Я теперь хохлушку люблю. Ой, молодец, глазки закрыл. Вот сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Обманщик!
смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я. Ну-на, обожаема ты и желанна. Возник мой неземной трепет, вдруг со мной твердыся по имени Жанна. Не хочу жить. Власть захватили толстосумы. Оставь меня! Оставь меня! Страна катится к пропасти! Нет. Зачем вы это делаете? Все равно я не буду жить. Почему? Я не вижу света в конце туннеля. Пойду в цех повешусь. Какой цех? Какой-какой? Подпольный. Ну, новенький. Вот он и есть, подпольный цех. Подпольный? Подпольный. Всех женщин! Гинекологический кабинет! Быстро! Я тороплюсь! Мне еще три больницы надо успеть. Ни черта не успеваю, баб развелось. Так, быстро. У меня после вас еще три осмотра. Проходим. Простите, по одной. Мы не видели Михаила Сергеевича. Так, быстро проходим. Мы как раз с ним перечитывали Достоевского. Так, сюда быстро. И в это время звонок из Вашингтона. Раздевайтесь. Я говорю... Михаил Сергеевич, возьмите, пожалуйста, трубку. Раздевайтесь в кресло быстро. Товарищи, концептуальное сознание предполагает в тотально-оккультурном пространстве отношение к объекту как к тексту, а к тексту как объекту. Где трактор? А? 401. Страну мы потеряли. Гнусный мир Чистогана отвергаю полностью. Парень, у тебя замечательное лицо. Хочешь сняться в кино? Есть колоссальный рой. Молодого евнуха при дворе папы римского. Это не просто евнух. Это действующий евнух. Его в свое время не дорезали. И он действует.
России больше нет. Я просто плюю на эту жизнь полностью. Пу! Эбби Куки Боц. Здорово. Следующее. Мальчик, а я тебе не дам покататься на велосипеде. Следующее. Раздеваться быстро. Так, быстро. Здорово. Следующее. Гаврилюк. Что это за тип? Вон тот с наглой рожей. Не знаю, Игорь Игоревич. Должно быть новенький. Видал? Ох, не нравится он мне. Что-то он тут вынюхивает. Мусор. Похоже. Ну-ка, давай его ко мне. Телогречка на вас какая-то не такая. Не наша телогречка. Покрой, строчка. Качественная телогречка. Наши таких не носят. Да, неправильно вас там снарядили. Не знаете вы местных условий. Мы грибники. Заблудились в лесу. Да и сапожки на вас. Кирзовые это не те. Что это? Это вот от этого. Слушайте, давайте как-нибудь без этого. Мы же оба деловые люди, дорогой. Сумеем мирно договориться. Сколько? 12:30. Я говорю, сколько вы хотите получить? С тем, чтобы оставить нас в покое. Простите, вы по званию кто будете? Майор, небось? Полковник. О, полковник. Ну что ж, полковник, назовите вашу сумму. С тем, чтобы уйти и больше в наши дела ни-ни. 15. Лимонов. Хватит. Лимонов? Полковник, 15 с 6 ноликами. Берете и уезжаете. Это ваше. Как вы смеете? Я офицер. Я прибыл сюда со священной миссией. Мы с вами непримиримые идейные враги. Уберите деньги, дурак! Как это вы не берете, полковник? Дорогой мой, вы что, шутите? Может быть, мало? Тут 30 лимонов, полковник. Вы так ничего и не поняли? Дорогой мой, убеждения не продаются! I can't bear it! I want to speak with you! Do you understand? Do you understand? Игорь, Игорь! Так, так, так.
Где? У себя в кабинете, Игорь Игоревич. У себя. Гаврилюк. А? А кто это там плачет? Где? Там, за дверью. Младенчик плачет. Нет никого, Игорь Игоревич. Почудилось, с устатку. Что ты мне голову морочишь? Я же вот. Вот. Младенчик плачет. А? Душу дрывает. Младенчик. Пить надо меньше, Игорь Игоревич. Стучат. У меня тоже такое было. И черти стучат. Были. Все. Поставлю его на поток. Не бей лежачего. Бюстгальтера перебирать. Первый номер направо, второй налево. Так, сейчас будем лечиться. Французский, твою мать. Клопами пахнет, а так ничего. Цыц, варюха! Это ты его довел. Белую будешь? Да я понимаю, ты ж при исполнении. Ну, со свиданницем. Тебе все глаза выцарапаю. Отбила моего батыра. Отчепись. Клянусь Аллахом, я кошка. Ночью приду к тебе. И раз! Зачем? Зачем ты трактор угнал, а? Мерзавец! Це ж не я угнал. Є огні, штурмовые ночи с поста, волочаевские дни, штурмовые ночи Спаска! Волочаевские дни! Боря! Друг! Да какой ты нахрен американский шпион, совок! И тебе вылечу! И тебе... Боря, дай я тебе, блин, поцелую. Нет! Ваня, я шпион. Ты? Я полковник. Ты американский? Ты американский? Хорошо. Боря, скажи по-американски. Скажи, Боря. Сейчас. Ну, давай.
Забыл по-американски. Тебе лечиться надо, эти Боря. Вот ты бабу свою бьешь? Нет. А я бью. Я гранильщик 6-го разряда. Валя, у меня орден пурпурного сердца. Кого? У меня вилла в штате Алабама. Я тебя поцелую. Да иди ты, ты че? Я тебе дам вилла. Ты че? Тебе лечиться надо. Я тебя вылечу. Я свободный человек. Я американский гражданин. Свобода. Ты? Да, на тебя. Свободный человек. Вот тебе свобода, да. Демократия. Я тебе сейчас покажу свободу, мать твою. Сейчас я тебя лечить буду. Я тебя вылечу. Свобода. Эй, друг, вылазь! Хватит представляться, слышь? Утоп-гад. Пьяю. Жалко! Жил как собака и помер. Боря! Ща я тебя откачаю. Ща я тебя вытащу. Боря! Жил как собака и... Кто ты?
ваш конкурент. Резидент британской разведки. У джентльменов есть еще вопросы? Интеллигент сервис. Тонкая работа. Ну что, коллега, а хотите немного заработать? Что вас интересует? Меня интересует схема русских ракетных установок. Какого базирования? Подземного. Полмиллиона. Карбованцев. Фунтов. Долларов. Наличными. Согласен. Вы в кино никогда не снимались? У вас очень интеллигентное лицо. Очень. Хотите сняться в кино? Я сейчас как раз начинаю фильм о композиторе Сергее Рахманинове. Держись, я занят. Я подожду. Лучший мой агент. Работает под лунатика. Гений. Янке готовьте доллары. Я пошел на контакт. Островитяне. Схема. Деньги. Сорок лет работает, а не знает, что нашего брата будить нельзя. Пидор старый. Ну шо? Все. Позорному русско-американскому альянсу конец. Я разоблачу сговор перед лицом народа Америки. Парарам, парарам, пар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 ам, парарам, парарам. Еще раз здесь увижу, ноги повыдираю. Ха, курва. Что за бабы пошли? Никакой тебе женской гордости. Чемоданов. А?
Я в ЧК. Вопросы здесь задаю я. Не смей! Брось сейчас! Ну-ка, брось сейчас же! Хочешь уйти от возмездия, сволочь? Ты что, отравился? Тогда отвечай быстро, когда и с какой целью ты перешел государственную границу. Отвечай, гнида западная! Тогда я себе, тебе, мне отвечу. Ты готовил покушение на нашего дорогого вождя, товарища Сталина, засранец. Но Сталин уже давно... У вас там Америки, поверь! Это хорошо! Нет. Наш дорогой вождь, товарищ Сталин, жив засранец. Он же бессмертен. Но это... Умер его двойник. А товарищ Сталин надежно спрятан на конспиративной квартире в городе Конотопии. Тихо! И сейчас, когда его враги наконец-то себя разоблачили... Слушай, чем ты отравился? А? Небось, цианистый калий? А чего же он не действует? Халтура на производстве. Вот он, твой хваленный Запад. Дистрибьюторы сраные. Итак, продолжим. Твоя цель — покушение на... На. Ха. 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 Ooh.